партнер проекта «Большие и красивые» – сеть магазинов «Большая мода». Все прелести лета встречай с «Большой модой». «Большая мода» – гардероб на все случаи жизни. Профессиональные консультанты предложат неожиданные решения для твоего образа. Будь разной с «Большой модой» и оставайся собой. Приглашаем Цвелинка 37 и 40 лет Победы 15. Светлана Мусабаева. В прошлом врач-стоматолог, в настоящем интеллигентная домохозяйка и молодая бабушка. Трехмесячный внук – главная радость и тема всех разговоров. Я его называю 7 килограммов счастья и любви. Это на самом деле, да, это многого стоит. Даже вот как-то новая жизнь, наверное, началась с появлением вот внука. Всегда в медицине, на первых позициях и серьезных должностях. Но год назад героиня проекта решила кардинально изменить свою жизнь. Когда перестала работать, у меня даже, наверное, какой-то депрессивный синдром был. Я понимала, что на протяжении 25 лет, да, я вставала и шла на работу, и тут вдруг у меня какое-то опустошение случилось, что мне никуда не надо. Я как-то себя ощутила одинокой в какое-то время. Постепенно никуда не торопиться вошло в привычку. Появилась масса новых дел и возможность взглянуть на привычные вещи другими глазами. У нас есть домик в деревне, небольшой деревенский такой домик. Но вот открываю глаза, смотрю на озеро, особенно вот весной. Травка зеленая, озеро синее, ромашки цветут. И до того это радует. Я хоть стала видеть жизнь, я стала как-то видеть краски природы, которых я раньше не замечала, просто не замечала. А сейчас меня это радует. Я всегда удивлялась, люди говорят, что вот наслаждаются природой, пением птиц. Я не понимала этого. Я вот сейчас только это стала понимать. Светлана обладает врожденным чувством стиля, интересуется модой и с удовольствием примеряет новые луки. У меня нет такого, что вот пришел, увидел, победил. Я сначала... У меня есть ряд магазинов, да, вот, допустим, в Челябинске 2-3 магазина, в которых я могу себе на свой размер что-то купить. Я пока не обойду эти магазины, не посмотрю всю одежду, я не могу купить. Потом нужно прийти домой, обмозговать, а нужно мне это или не нужно. И затем только я совершаю вторую попытку, иду и что-то покупаю. Героиня проекта считает себя приверженницей черного цвета. В ее гардеробе он превалирует над остальными. А маленькое черное платье в стиле Коко Шанель – одно из самых любимых. Венец элегантности и стиля. Если видите, я одета, у меня все прямое, да, такое вот. У меня нет ничего вычурного, у меня нет ничего пышного. Как-то вот я не представляю себя в этих нарядах. Вот мне может быть интересно, что мне предложат специалисты. Возможно, они мне предложат какой-то другой образ. Имидж-дизайнеров действительно есть чем удивить героиню проекта. Но для начала дадим ей освоиться. Здравствуйте. Я уже вижу ваш выбор. Интуитивно выбирает Светлана на самые нужные цвета, самые нужные летящие фасоны. Яркие цвета, прямо которые будут совсем яркие, они вам не нужны, потому что на фоне ярких цветов будет видно, ваш костюм будет виден. Вас видно не будет. Слова Агнии Рублевой – подтверждение того, что она все делает правильно. Осталось дать оценку фигуре и выделить самые сильные стороны. Пройдемте к зеркалу и пообсуждаем немного. Что у нас с фигурой? Мы оставляем портретную зону, все акценты здесь. Мне очень нравится длина рукава, это тоже мы оставляем. А запястья красивые, это мы тоже можем подчеркивать. Интуитивно вы подбираете все правильно, все верно. Все, что нужно, соблюдено, ничего лишнего не показано. Вот. Но сегодня стилисты проекта вам обязательно подберут совершенно другое настроение. Героиня проекта в предвкушении предстоящей примерки. Предлагаю начать наш экскурс в большую моду вот с этого комплекта. Здесь 100% ваша цветовая гамма, потому что она такая разбеленная, прохладная, светлая, акварельная, ровно такая же, как и вы. Конечно, мы не забываем, что вертикальные линии – это наше все. В данном случае роль вертикальных линий подчеркнет вот этот жилет. И мы проверим
как это будет работать и с жилетом, и с жакетом. Давайте, мне нравится. Давайте я пойду попробую примерить. Отлично, Светлана, отлично. Мы использовали прием монохром. В данном случае это просто очевидно, это ярко. Тон в тон подобрана блуза и брюки. Благодаря этому вы стали гораздо визуально выше, потому что не видно, откуда начинаются ножки. Сложно дать оценку вещам, пока их не примеришь. Всего одна деталь, и образ в корне меняется. Эта длина, на мой взгляд, очень хороша. Абсолютно правильное движение. Конечно, мы показываем запястье, мы укорачиваем рукав. Но мне еще и нравится длина блузочки. Вот она очень хорошо прикрывает все, что не нужно видеть. Вот сразу видно, что Светлана нашу программу смотрит. Очень хорошо идет вам этот цвет. Брюки сели замечательно, и поэтому хотелось бы, чтобы они у вас прижились в гардеробе. Здесь разные по фактуре ткани, но они прекрасно комбинируются по цвету. Здесь есть некое мерцание, но это не вечерний блеск. Это блеск, который можно носить и в дневное время. Вот. Ну и для того, чтобы усилить работу вертикальных линий, мы добавим вот такие сюда бусы. Это, допустим, если вы пойдете на коктейль после 5 вечера. В чем главная особенность базового гардероба? Все вещи в нем взаимозаменяемы, поэтому можно позволить различные комбинации и даже эксперименты. Ну, какая женщина без платья? Платье наше все. Посмотрите, какой красивый цвет такой разбеленной моркови в этом платье. Здесь, что очень хорошо для корпулентной дамы, заранее подумали о том, что животик – выдающееся место, благодаря вот этим вот складочкам мягким. Это и декор, это и такая очень красивая защита. Вертикаль создадут фалды на кардигане. И мы приготовили также, конечно, украшения, потому что, в принципе, платье очень симпатично для праздничных мероприятий в летний период. Мне кажется, вот эти опять вертикальные линии, они немножко мне добавляют ростика. Даже без специально подобранного белья фигурка кажется точеная. То есть все, что одежда должна делать, она здесь сделала. Ну и мы тоже. Новые сеты Светлана оценила по достоинству. Таких нарядов в ее гардеробе нет. Светлана очаровательная женщина, у которой полный порядок со вкусом. У нее уже была достаточно хорошая стрижка, а она блондинка, ей это все идет. И мы лишь только откорректировали, сделали чуть более модную форму, также придали текстуру. Что касается цвета, Светлана осталась блондинкой. Изменился оттенок волос, он стал более холодным и глубоким. Тем временем Ирина Семенякина практически закончила с укладкой. Как я дома смогу ухаживать за своей новой стрижкой? Влажные волосы вы сушите против роста волос, при этом у вас создается объем у корня. И уже с помощью каких-то стайлингов, либо это лак, либо это пудровый спрей, либо просто пудра, который наносится на волосы, и, в принципе, объем держится в течение дня. В жизни наша героиня почти не наносит макияж. Ограничивается тушью и помадой. Евгения Семенякина привнесет коррективы в привычный уклад. За окном у нас лето, и можно с легкостью отказаться от плотных тональных средств, чтобы не забивать нашу кожу. В идеале использовать минеральную пудру, так как в ней содержатся светоотражающие частички и SPF-фактор защиты от солнца. Женя, а скажите, пожалуйста, к моему цвету глаз какие тени подойдут? Какого цвета? Ой, вы знаете, у вас такой красивый зеленый цвет.
И на самом деле очень много оттенков, которые подчеркнут ваш цвет. Это оттенки коричневого, серого, золотистые, бежевые, то есть фиолетовые оттенки, лиловые, розовые. На такие глаза невозможно не обратить внимания. В макияже главный акцент на них. В финале не забываем выделить губы. Летом помада яркого цвета. Девушки, вы, как всегда, на высоте. Светлана, ну я вас, конечно, не узнаю. Я, конечно, вас узнаю, но знакомлюсь с вами по новой. Ну, хочу сказать огромное спасибо. Великолепная работа, отличная укладка, потрясающий макияж. Светлана, давайте развернемся. Давайте. Давайте. Ой, я ли это? Вы ли это? Ой, девочки, такого макияжа у меня в жизни в своей никогда не было. Вам нравится? Очень необычно. Светлану Мусабаеву проект «Большие и красивые» смог удивить и подарить свежие эмоции. Самое время выйти на улицу, показаться окружающим и нашему фотографу Сергею Тимофееву, знатоку женской красоты. Там плечиками ко мне развод, да, ага, ну-ка. Улыбаемся. Фотографы хотят видеть в модели все особое, даже взгляд. Светлана это обеспечивает с лихвой. Фото будут потрясающими. А вот это рукой? Немножко оттянуть сюда, сюда немножко, да? Чуть-чуть к груди прижать. Ага. Сейчас у нас получится. Сейчас разберемся. Впечатление, конечно, двойственное. Понятно, что и за неделю накопилась какая-то усталость, потому что каждый день какие-то мероприятия, съемки. Для меня это опыт первый в моей жизни, но в целом мне понравилось. Команда проекта «Большие и красивые» всегда ставит перед собой цель, чтобы после короткого знакомства со стилистами в жизни героини обязательно что-нибудь изменилось в лучшую сторону. Светлана пришла на проект красавицей. И теперь она в этом уверена на все 100%. Знания и опыт делают женщину королевой. Вот и доказательства. Все прелести лета встречай с большой модой. Большая мода – гардероб на все случаи жизни. Профессиональные консультанты предложат неожиданные решения для твоего образа. Будь разной с большой модой и оставайся собой. Приглашаем Цвелинка 37 и 40 лет Победы 15. Благодарим за сотрудничество студию красоты Натальи Тюниной и фотостудию Клары Цеткин.